Привет, друзья, подписчики мои, у нас сегодня будет рандом битва, и у нас на столе просто мусор. А почему? Потому что я делал обзор на Quill Quake и на ORPX от компании Hasbro. Кто не видел, гляньте на канале. И я такой, типа, а чё мне убираться? Пофигу, запишем ролик на 5 минуточек. Рандом битва компании Такаратоми, потому что давненько не было рандом битвы Такаратоми, плюс там появились новые прикольные волчки, узнаем, кто будет сегодня красавчиком. Берем два рандомных волчка, и вот они, первые два, это Балкиш и Джокер. Вот это интересно, сразу такой топчик Джокер, этот Балкиш, и посмотрим. Смотрим, что произойдет. Бёрст, 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 выходи погулять. Вальт, 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 а ой, выходи погулять. Вдруг у кого-то сегодня появится хотя бы маленький шанс одолеть Дред Багамута. А может быть, Багамут сегодня будет просто легитимной силой и уничтожит всех своих соперников. И у нас ничья, а по правилам ничьи оба соперника скипаются. Идем дальше. Ой, два слэш, получается, Джокер и слэш Дракон. И это замечательные волчки. Я их просто люблю. Люблю. Поехали, следующий раунд. Бейблейду бёрст. И снова горячей. А, крови. А, у нас снова ничья, поэтому берем следующих двух соперников. И это, о май гад. Я аж подавился. Лорда Спрайзена и Венома с Дьявола Сас. 3, 2, 1, go, shoot! Go, 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 shoot! Go, 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 shoot! Ла-л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 а
Фу, ну что ж, у нас Веном Дьявола Спрайверлорда спрайзана! А у нас сегодня прекрасное настроение, чтобы комментировать для вас все это дело. Я бы хотел увидеть настоящий какой-нибудь матч, представьте, Лужники там или MSI, и турнир по блейдеров происходит там, и я сижу как Губернев или Гусев, и я там типа комментирую, что а, кто-то там, и это было бы, конечно, феноменально. А, вот, Шашура, но я бы, наверное, комментировал, скорее всего, не один бой, да, а там бы проходило сразу много боев одновременно, знаете, 100 блейдеров на 100 арен со всего вообще мира съехались в MSI и сражаются. И только у одного будет право, ну, вообще, тот самый кубок. А вот. Дальше играем Union Achilles. Но, кстати, до уже того, как попасть на MSI блейдером, надо пройти испытание. Вот. И чтобы попасть вообще на это главное событие. Так сказать, main event. Видимо. Ну что, Ахиллес против Спрайзен. Спрайзен легкостью разобрался с своими соперниками. И сейчас он нападает на Ахиллеса. Хотя делает это такое себе. Причем делает это так же, как делал это Орп Эгис. Ну что поделать. Шу-ху-ху-ху-ху. Проигрывает, дамы и господа, Юнион Ахиллес. Ну что ж, Лорд Спрайзен. Пока по всем показателям красавчик. Идем дальше. Ой-ой-ой. Визарда Фафнир. Волшебный дракон. Вау! Причем они, кстати, что Спрайзен Лорд, что Визард Фафнир умеют раскручиваться, и, возможно, в конце боя нас ждет ничья. Этого бы, конечно, не хотелось, но если так будет, то так тому и быть, исправить это невозможно. Па-па-па-па-па-па. Ну, Фафнир просто замер на ринге, и он просто... просто прекрасен, просто уникальный. Мне очень нравится. Но... да, об этом я и говорил, но нет, была не ничья, а Фафнир все-таки перекружил Лорда Спрайзена. Причем, кстати, Дед Феникс не может одолеть Спрайзена, а вот Фафнирчик Визард может. И он, кстати, перестал взрываться со временем, вы знаете, это прикольно. Дальше, Poison Гидра против внезапно Визарда Фафнира. Ух! А мы руками. Вот так. О, хватило Гидре силы, прикинь, я уже думал, все, проиграет Фафнир, а нет, хватило у Гидры силы раскрутить, и она профуфыкивает свой шанс, и я думаю, на сегодня последний будет бой, Визард Фафнир против Хевен Пегаса, тяжелый такой Пегас, Heavyweight Championship Match tonight. И я запустил Фафнира сильно, чтобы у всех у них были Саша, шансы. Друзья, на этом сегодня все. Спасибо, что были на канале. Подписывайся, ставь лайк обязательно. Не забывай про колокольчик, не забывай пригласить друзей на мой канал. Потому что, ну он же классный, я классный, ты классный, все мы классные. Мы делаем одно общее большое дело. Фафнир сегодня, а ничья в конце. Вот так вот внезапно у нас и получилось. О, вот, прикольно, мне понравилось. Это прям круто.
Все, всем удачи, пока-пока, скоро ролики, друзья мои. До свидания, скоро скоримся. Всем пока-пока. Чао-чао.